Всем привет! Сегодня мы едем в Йорк. И я тут придумала. Сегодня я собираюсь везде разговаривать на английском. Ну, в плане, если это понадобится, потребуется, то я буду рулить ситуацию, you know? Это, конечно, трэш. Потому что за 4 месяца жизни в Англии разговаривала на английском. Не сосчитать, сколько раз я сказала sorry, hello, thank you. Вот этого вот, конечно, было очень много, но... Это база. Почему я не люблю общаться на английском? Вот. На самом деле я люблю. Если я общаюсь с человеком... Как это назвать? Та-та-тат. Наедине. Короче, если не слышит никто из моих там родственников или друзей, то мне нормально. Если я разговариваю про это родственников, я специально делаю... Ну, видимо, специально делаю... свой акцент еще хуже, чем он есть на самом деле. Потому что, ну, это, видимо, какая-то моя защитная реакция. В каком-то классе, я не помню уже в каком. Но я почему-то решила спросить у мамы, как правильно читается слово. Подписала прям карандашиком в учебнике, как мама мне сказала. Короче, весь класс надо мной смеялся очень сильно. С тех пор английский мы ненавидели. На самом деле, мне кажется, вот... свое ощущение какое-то, что на самом деле я его знаю нормально. Последние годы два я очень много всего смотрю на английском. Иногда даже только на английском. И последнее время еще исправляюсь без субтитров. Ну, какие-то легкие такие штуки. Типа, например, сериал «Сэм и Кэт». А еще, знаете, что оказалось удивлением для меня? Что вот английский, который у нас учат в школе, это вранье. Еще такая фигня есть. Я из-за того, что стесняюсь, типа, что я скажу что-то не так, я говорю тихо. И люди меня часто переспрашивают, типа, что я говорю. А мне так кажется, что они переспрашивают, потому что у меня настолько непонятный английский, что с первого раза не понять, короче. Надеюсь, сегодня тоже не придется разговаривать. Но Лёня там намылился в кафешку какую-то, а там официанты. Это значит, что мне придется все-таки разговаривать. Были в Йорк. Ты рад? Yep. Red light. Green light. Что, что мы, типа, оделись, ну, тепло. В Манчестере нормально, можно просто в кофте ходить. Но здесь мы надели кофту и, типа, еще куртку поверх. И даже так прохладно я что-то. Я бы курточку потеплее накинул, если честно. Хочется в шарфик укутаться. Очень. Очень. Really aesthetic, прям живет свою лучшую жизнь. Вот я себя так же чувствую, когда иду пить. I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick, and I don't know why. Do you remember that night we met? Живет там припеваючи. Реально же живет. Вон машина его стоит, Тойота. Реально особняк, блин, у какого-то йоркширского булдежа. Просто граф. Ага. Зависть. Thought you looked so fine. Посмотрим в оконце. Маленькое. Вот такое. А пахнет еще чем-то вкусным таким. Обязательно тебя накормлю. Я кушать хочу. Купаем какую-то хрень, но чтобы вкусно пахло, взяли какой-то poison apple. Пахнет очень по-новогоднему, как типа яблочный пирог пахнет. Вот.
Супер. 10 пунктов, блин, за это. Капец. Это что, день рождения у этих бутербродов? Наверное, да. Приятного аппетита. We did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. Мною был замечен Primark и были куплены перчатки. За сказочно хорошие. Да. Мы купили три пары. Мы купили три пары перчаток за 2 фунта. И еще вот, полюбуйтесь. На привидешек. Классные, да. Скажу вам немного о английской моде, которую мы заметили. Люди идут вот, допустим, в какой-то тонкой рубашке, сверху какое-то пальтишко накинуто, умотанные в шарф, в перчатках, в нормальных ботинках, но расхлябанные все. Вот такие вот примерно. Такое ощущение, что в принципе вот комфортная здесь одежда для них — это футболка, шарф. Да. Шорты и ботинки с мехом. И перчатки. Вот примерно так здесь ходят. Мы сейчас поедем в университет йоркский, в котором учится Лёня. Но он, правда, учится там на удаленке, на дистанционке. Вот. А мы просто на него поедем попырить. Это еще вы можете заценить важность в Англии. Я вырезала с прямыми волосами. Причем я их типа феном вытягивала прям. Ну, для нее так кудряш какой-то. У него просто ёршик на башке стал. Покажу вам кусочек английского университета. Но это один и тот же. А вот что потом достроили. Просто СССР момент. Ну, такое. Выглядит печально. Еще какой-то такой, как будто раздолбанный. С камеры, как будто вообще там половина окон выбита. Сразу чувствуется эта вот колледжная атмосфера, да? Не знаю, слышно или нет. Перфекто. Едем обратно домой. Как-то подзадолбались. Специально решила вставить весь маршрут крупным планом, и в описании также будут адреса, по которым мы бродили. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Это поможет для продвижения канала. И спасибо за просмотр. Увидимся в следующий четверг. Пока. I've been thinking about myself today, thinking how I changed.